сегодня, да? Сегодня у нас рубрика «Помогатор». Сегодня я вам расскажу и покажу, как правильно делать фото для своего паблика. Так, ну что ж, давайте уже приступим. Я себе выбрал вот такой вот фон. Красочку серый. Так, пишем. Паблик. Музей. Мечты. Теперь все это мы перетягиваем вот сюда вот. Лично я сюда, а вы куда там захочете уже, туда и тяните. Пабликовые мечты. Вот так вот. Теперь вставляем вот это вот. Сейчас. Мне пока что не записали. Что-то не так пошло. Сейчас. Сорян, ребят, немножко надо его перевернуть. Вот все. Так. Crazy Dan. Так, давай двигайся. Я сказал. На него пальцем я показал. Все, пишем, тебе понравится. Вица, все норм, все норм, все норм, все норм. Делаем вот так вот. Ой, немножко скосил сейчас. Сервер. Теперь можно нажимать файл, сохранить как. Я буду сохранять фото в формате JPG, потому что это надо для ВК, ребят. Вот мой новый паблик. Resident паблик твоей мечты. Так, завантажить фотографию. Окей. Так, где же она? Где же она? Вот она. Открыть. Ждем, ждем, ждем. Паблик твоей мечты. Тебе понравится сбрех, ты продолжить. Так вот. Сохранить изменения. Все, ребят. Наш паблик в норме. Ну, я думаю, все, уже можно это закрывать. Ну, я думаю, вам все понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на меня и на Диму. Всем удачи, всем пока.